В Бишкеке проходит сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Агротехэкспо». Мероприятие приурочено к Дню работников сельского хозяйства. Здесь представлены новые породы племенных животных и органическая продукция. А в выставке сельхозтехники приняли участие более 200 отечественных и зарубежных компаний, которые продемонстрировали новые виды тракторов и агрегатов. Отметим, аграрии на выгодных условиях могут заключить договоры с компаниями, будут рассматриваться варианты приобретения техники в лизинг. Отметим, в мероприятии принял участие председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Джапаров, который отметил, что в Кыргызстане планируется открытие крупнейшей агролизинговой компании совместно с Российско-Кыргызским фондом развития. Ушу азык-түлүк коопсуздукту камсыз кыла турган 9 продукциянын тегерегинде 9 кластер түзүлүп, 9 холдинг түзүлүп. В настоящее время ведутся проектные работы. В свою очередь, ход работы будет определен по приезду делегации с российской стороны. Мы планируем разработать 9 кластеров по производству 9 продуктов для обеспечения полной продовольственной безопасности. Также планируется создать 9 холдингов. Таким образом, мы возложим ответственность и на плечи Кабмина, а не только фермеров.